Гражданский акт неповиновения. Мужчина из Арсеньева приехал забирать свое ружье у полицейских. Хочу машину поставить напротив фрунзенского отдела. Сломается она у меня сейчас, наверное. Что за такой вот гражданский акт неповиновения? С чем это связано? Связано просто с противоправными действиями сотрудников полиции. А что конкретно сделали сотрудники полиции? Они изъяли у меня вещь, которую я купил в магазине «Снайпер». Обыкновенно даже паспорта не попросили. Ни справки, ни паспорта не попросили. Просто это муляж ружья. И его изъяли месяц назад, изъяли по причине звонка вообще просто дальнобойщика, грубо говоря, ни человека не было, никого. Продержали в отделе меня полиции около 5 часов, после того, когда я уже начал ругаться, меня отпустили, и не могу в течение, 2 раза уже приезжал в течение месяца, не могу найти ни начальника отдела, ни, грубо говоря, следователей, дознавателей, участковых, вообще никого. Вам какую-то справку выдавали на руки о том, что вас изъяли эту вещь? Нет, никакой справки не дали. Думаете, перегородив дорогу, вы что-то сможете решить? Ну, что-то можно попробовать решить, как-то попробовать, наверное. Ну, кто-то что-то должен делать, чтобы в данном учреждении должно что-то меняться, я так думаю. Автомобиль припарковал под лобовое стекло, положил записку с номером телефона. Ну а сам гражданин пошел во Фрунзенское РОВД докладывать о намерениях твердо защитить свою гражданскую позицию. Пока сотрудники полиции выясняют, в чем дело, на улице уже скапливается внушительная пробка. Телефон гражданина разрывается, просьба убрать автомобиль выглядит более чем настойчиво. Ваша машина 3/6? Да, моя. Берите ее. Она не моя, не могу, она сломалась. Чем она сломалась? Чего сломалась? Мы вам сейчас все поможем. Ну помогите, сейчас все поможете мне здесь решить свой вопрос, а потом мы все поможем. Вы идиот. Я, да. И хорошо, что вас сняли. Вы снимаете наш этот разговор? Вот этот человек на 3/6, я не знаю, как его зовут. Он дурачок, идиот и рогатый чел. Вы балбес. А почему на личности переходит? Нет. Потому что он балбес. Это нормально. Подождите, одну секунду. Оскорбите меня. Оскорбите. Не надо. Вы балбес. Я вас попросил. Перейти на личности гораздо проще, чем понять гражданскую позицию мужчины. Впрочем, и стоящих в пробке автолюбителей тоже можно понять. Они в этой ситуации являются заложниками. Что почему не убили? Потому что он я не хочуху. Не хочу. Это Шалаев Юрий Дмитриевич, руководитель какого-то. Ну давай поднимем сюда, поставим. Давай сюда. Давай, 3-4. Нам не подъехать, не давай водить. Сюда. Я еще колеса попрокал, а вот совсем. Петух, иди сюда. Иди, переставляй машину. Что ты смотришь? Видите, сколько вы хороших слов получили. Что, по-хорошему не понимаешь, что ли? Я нет. Что нет? Отец. Что ты? Я тебе не отвечу. Граждане, стоящие в пробке, возмущены, недоумевают, почему они должны страдать. Пробка большая, как вы к этому относитесь? Да как этот? Как не знаю, как я не стесняюсь ему ругаться, что делать. И что делать? Здесь сколько людей стоят, на него смотрят, он пошел, пошел туда. Милиция, а там ничего не занимается. Сотрудники полиции Фрунзенского РОВД за кадром поясняют, что вышло недоразумение, и изъятый у гражданина муляж огнестрельного оружия прошел проверку буквально накануне. Теперь все вернут. А что говорят, через полчаса оружие приедет, все вернут. Подождем, если что, поставим назад. Страсти улеглись, автомобиль убрали с дороги. Спустя несколько часов мы вновь побеседовали с Дмитрием. И чем эпопея закончилась все-таки? Ну а что закончилось? Очень быстро приехали оружейник с фрунзенского отдела. Сразу же извинились, вернули мне мою штуку, достаточно интересную. Вот такую вещь. У нас продают без всяких документов, даже не спрашивая на этот. Ну, есть ли у меня справка? А справка у меня есть. Ну, я вот хотел бы спросить у тех же сотрудников полиции, а как они могут продавать такие вещи людям, которые, ну, грубо говоря, вообще не подготовлены к этой жизни? Почему продали, на каком основании и нужны ли какие-то особые документы, это уже тема для следующего сюжета. Ну а пока можно сказать, что муляж боевого ружья стреляет как настоящий. Ты готов, Жень? Да, я готов. Я тоже. Давай. Телефон автопатруля 20 16 00.
В районе остановки общественного транспорта третья рабочая столкнулись кроссовер и седан. Вечером дорогу в районе рынка на кольце третьей рабочей стало заливать водой. Как только температура воздуха опустилась, проезжая часть застыла. До 23 часов вечера многим автомобилистам, мягко сказать, везло, обходилось без происшествий. А потом началось. Недалеко от остановки общественного транспорта третьей рабочей столкнулись «Инфинити» и «Тойота Креста». Кроссовер только выехал с проспекта Красного Знамени, прошел по кольцу, направлялся в сторону Народного проспекта. Седан двигался с Океанского проспекта в сторону кольца третьей рабочей. Звонит его жена, я говорю, братан, что такое, говорит, там авария, труба без снятия, ничего. Мы срываемся на такси, сюда подъезжаем, такая тема. Жену его с ребенком маленьким, 3,5 года увезли. Угу. Получается, наша мама, у которой сегодня день рождения, 66 лет, ей тоже поплохело. Ну, она на такси, я говорю, езжай там в тысячекоечной, медицинскую помощь. Вот такая ситуация. Оказывается, водитель «Тойоты Креста» поскользнулся на дороге, вышел на встречку и протаранил «Инфинити». Удар был такой силы, что седан развернуло в противоположном направлении, и он замер, припарковавшись у остановки третьей рабочая. Его вынесло Креста, просто, да, и все. А он что сказал, что ему помешало? Ну, вот видите, он говорит, вот, смотрите. Ну, посмотрите, лед растаявший, лужа, вот это все течет и это. Угу. Ну, человеческий фактор, плюс дороги не убранные. На место аварии прибывает наряд дорожно-патрульной службы. Чтобы избежать массового ДТП, на этом участке трассы стражи порядка набирают номер дежурной службы водоканала. На кольцо третьей рабочей оперативно прибыли сотрудники приводоканала и установили, что вода течет из-под ларька, относящегося к одной из кредитно-финансовых организаций. В результате ДТП обе машины потеряли ход, покинут место аварии в кузове эвакуатора. Водители в аварии не пострадали. В районе поворота на Карла Жигура произошло ДТП. Один автомобиль не на ходу. Тойота Карина двигалась по Котельниково в сторону кольца третьей рабочей. Главная дорога, мужчина за рулем, не беспокоится. По крайней мере, до того момента, пока ему не преграждает путь водитель микрогрузовика Mitsubishi Canter, который решил проскочить перекресток и, не дождавшись сигнала светофора, рванул с места. Нашлись очевидцы, которые ничего не видели, но все знают. Забавно, как некоторые люди готовы рассказать все, что угодно, лишь бы их показали. В церкви машина так спускалась, из поворота, вот эта, которая вот эта, давай, вот, столкнулась в ту машину, которая стоит впереди на машине. И так авария произошла у них. Ничего себе. А кто виноват, как думаете? Водитель. Какой? Второй. Который на грузовике? Нет, который на легковушке. На легковушке? Он же несся следом за машиной. Вот такая альтернативная версия ДТП. Повреждение Тойоты Карина серьезное. С места происшествия седан уедет в кузове эвакуатора. Несмотря на то, что автомобиль не самый свежий и положенных по европротоколу выплат должно хватить, водитель Тойоты отказывается от услуг аварийных комиссаров. Оба участника ждут приезда сотрудников дорожно-патрульной службы. Водитель Карины, с его слов, что повреждение больше 50 тысяч. Ну, я думаю, что можно было составить европротокол при обращении в страховую компанию. Выплата бы была бы в полном объеме. Под Второреченским мостом БМВ снес леерное ограждение. В итоге машина потеряла ход. Авария случилась после полуночи. Ее участником стал один автомобиль немецкого производства – БМВ. Водитель машины – иностранец. В аварии не пострадал и с места ДТП не скрылся. Мужчина пояснил, что с пассажирами на борту двигался со стороны кольца Багратиона. Остановился перед Второреченским мостом, раздумывал, в каком направлении поехать. Выбор у него был или двигаться в сторону Зари, или повернуть на Постышево, либо на автовокзал. С маршрутом определился, выбрал путь, но непростой. Двигаясь в сторону автовокзала, рулевой БМВ напрочь снес леерное ограждение и аккурат остановился под Второреченским мостом. Разбитая машина потеряла ход. Чтобы убрать ее с места аварии, потребовалась помощь эвакуатора. Водителю БМВ и экипажу немца помощь врачей не потребовалась. Хозяин БМВ купил машину месяц назад. Толком не ездил, после ДТП не скоро сядет за руль. Автомобилю потребуется серьезный ремонт. Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба.
просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. У меня самолет. Ночь и весна, покой не снится, пожар, криминал, события, вереница. Игры кончились, не детская тема, такая работа. Заклинила руль, стоп, снято, автопатруль.